Сегодня у нас на рассмотрении книжка «Социальная диалектика» 2014 года. К сожалению, взять ее на кружке не получится. В библиотеке марксистского кружка ее нет, она только у меня. Но ее можно скачать в электронном виде. Ссылка будет внизу под роликом. Скачивайте абсолютно бесплатно с официального библиотеки Фонда Рабочей Академии. Также будет ссылочка сбоку, всплывающая на авторский курс. Дело в том, что профессор Попов кратко зачитал содержание этой книжки, буквально там 10 небольших лекций. Очень рекомендую, посмотрите. Если понравится, обязательно скачивайте книжку, обязательно читайте. Данное произведение помогает людям войти, ознакомиться вообще с диалектикой, да, что это такое. Здесь выводится простым современным языком все самые простые категории, показывается, как они развиваются, переходят одна в другую, и постепенно от самых простых до более сложных категорий показывает, как вообще происходит развитие в диалектике, как выводятся все категории. Повторюсь, книга читается очень легко, поэтому вам буквально понадобится 1-2 вечера, чтобы ее освоить. Я бы рекомендовал при этом обязательно вооружиться листиком бумаги и карандашом, чтобы записать все основные категории и как они перетекают из одной в другую. Это вам очень-очень поспособствует дальнейшему изучению диалектики. После этого можно уже смело брать в руки Гегеля и, не боясь ничего, от начала до конца всего его изучить. Кроме самих категорий диалектических и их способов выведения, в книжке есть еще пару очень таких важных моментов. Это рассмотренные способы производства, какие есть, 5 основных способов производства. Что такое экономический базис рассматривает, что такое политическая и идеологическая надстройка. И вообще, как формации становятся в своем развитии. Очень интересная, очень полезная, очень легко читаемая книжка. Всем рекомендую. Линк под роликом. Лекции в видеоформате сбоку.